Хочу кашу. Я сюда пришла, чтобы за кашей. А вы родителям помогаете, берете кашу для родителей? Да. А что, родители довольны? Они знают, куда вы ходите? Да. Они... Я каждый день говорю про эту кашу. Да. Они ждут эту кашу, помощь? Да. Они вас благодарят? Да, они дома ждут. Кира Николаенко, 11 лет. Тебе 11 лет. Алиса, 7 лет. 7 лет. Ира, 8 лет, Тагабитска. Саша, 12 лет. Скажите, пожалуйста, вам нравится помогать родителям? И да. А вы еще кому-то помогаете, носите? Да. Я папа пожиратель, он кашу любит. Кашу любит, да? А вы сами кашу это кушаете, хлебушек? Я обожаю кашу. А вам нравится она? Да, она вкусная. Вкусная? Да. Они меня смешат. Просто папой стал, так помягче. Я понял, что был сок на конфетке, там много чего было. Шоколадки получали. Я помню банан, сок и шоколад. Банан, сок, шоколад, правильно, было такое тоже. Ты получала что-то от нас, сладости какие-то? Сок получал. Что для вас добро? Каждый. По пару слов. Добро для тебя что? Добро это для меня хорошие человеки. Хорошие человеки. Для меня добро это типа когда. Для меня это типа когда не ест, типа когда она мне конфетки дает. Ничего. Что для тебя добро? Хорошо, ты можешь что-то скажешь. Ты написала что-то, свои пожелания? Она нарисовала. Показывай нам на камеру, что ты нам нарисовала. Это типа каша. Тут каша. Каша приехала. Ты для пищи жизни нарисовал? Держи тогда. Мы сейчас снимем. Рассказывай, что здесь нарисовано. Тут нарисовано типа тут каша, чай, это человечки, елка. Это мы раздаем, волонтеры пищи жизни раздают кашу. Ты хочешь нам к Новому году подарить такую штуку? Спасибо тебе большое, это очень приятно. Мы будем ждать встречи с тобой. Спасибо тебе большое.